Ребят, всем привет! Женя, подойди чуть-чуть поближе. Мы сейчас находимся в Адлере возле МФЦ. Покажи, пожалуйста. Ага. И сегодня мы с Натальей. Наталья моя покупательница. Сегодня стала счастливой обладательницей квартиры. Квартира в Адлере. У нас первая береговая линия, новый комплекс. Комплекс классный, сразу говорю. И хотела она оставить нам небольшой отзыв. Немного она стесняется, поэтому я ей помогу чуть-чуть, задавая вопросы. Наталья, расскажи, пожалуйста, какие у тебя, ну, то есть, не назовем это проблемой, как все было, как все начиналось, как ты выбрала меня вообще, почему выбрала меня, и как, насколько все быстро прошло. На самом деле, познакомила подруга дочери, купила тоже квартиру через Никиту в Сочи. 3 месяца мы связывались по телефону. По приезду Никита нас встретил, предложил нам жилье в очень удобном районе. И на самом деле все прошло максимально быстро, на что мы, в принципе, даже не рассчитывали. То есть, да, сделку мы где-то закрыли за полтора, да? За полтора дня где-то у нас все получилось. Ну, очень узко выбрали, то есть именно то, что нужно людям, не стали их закатывать там неделями, как это делают всякие новички. Буквально показали раз, два, три варианта, и на третьем варианте ребята остановились. Ну и все, и купили. Собственно говоря, уже сделка закончена. Сейчас на почту им придет выписка через почту. Ну и в принципе все. Сейчас будем делать ремонт. С ремонтом тоже ребята обратятся. Надеемся приехать еще через 3 месяца. Также будем приобретать жилье через ребят. Всем, да? Советую. Я даже не знал. Посоветуете ли нашу работу, да? Всем советую. Ребята молодцы. Все. Спасибо. Я тоже за кадром тоже благодарю очень-очень. Спасибо. Все, пока. Ждем вас в Сочи. Пока-пока.